Спасибо всем огромное за поздравления сегодня. Это очень приятно. Меня слышно? А то у меня вчера, короче, очень сильно лагал телефон. Я пыталась сделать историю, а у меня звук, чтобы вы понимали, делал так. Тук-тук-тук-тук. Типа это было очень странно. Слышно меня? Кто-нибудь скажите, мне слышно? Спасибо большое, ребят, мне... Слышно? Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. Это в натуре мой настолько первый масштабный день рождения. Обычно у меня такое себе было день рождения. Такой себе сценарий, скажем так, день рожденный, если так можно выразиться. Смотрите, какие классные колечки мне подарили. Змейка вообще четкая. И, чтобы вы понимали, я пью кофе. Спасибо большое. Всем огромное спасибо. Спасибо! Да, конечно, задавайте вопросы. Типа, пообщаемся. Я и вышла с вами пообщаться. Поблагодарить всех. Руслана, зайка, привет! Поблагодарить всех за поздравления. Это очень классно. Ксюша, сколько зайцев-то сюда зашло? Вы чего все зайки такие? Ой, спасибо большое. Я читаю. Я все читаю. Карина, 30 рублей. Днем рождения, Настюш. Спасибо, спасибо. Да, кофе, кстати, это же... Хотя я люблю больше чай. Вот чай я прям клянусь обожаю. Но кофе это так, взбодриться, типа, проснуться. Казахстану тоже привет. Ане тоже привет. Руся, как твои дела? А, все, Руся, я тебя увидела, что в ЛС напишешь. Зайка, спасибо. Да, я могу ответить... А, блин, я сломалась. Людмила М. Могу отметить... Я опять сломалась. Могу ответить, как буду праздновать. Вот. Всем привет. Блин, я вас пропустила, с кем уже поздоровалась. Сори, сейчас я отвечу на вопрос. Юля, привет, зай. Да, я сегодня хочу собраться с ребятами, но я не знаю, как там, типа, получится, не получится. Но я надеюсь, что все будет классно, все получится, все пройдет. Ну, это действительно первый такой грандиозный мой день рождения. Это прям... Это у меня, знаете, будет огромным офигительным воспоминанием. А, Юля, с моим мужем все хорошо. Он не дома, он на работе. Спасибо, спасибо за поздравления. Да не, в смысле, сильно не бухай. На кофейке. С кайфом двигаться. Привет, Регина. Я не все эдиты ваши и видео посмотрела еще. Потому что очень-очень сложно за всем уследить. Там отметок просто миллиард. Почему муж где была? Ну вот, получилось так, что я как-то оказалась замужем случайно. О, да, конечно, у меня есть муж. Да, я буду отмечать, я хочу, чтобы этот день рождения у меня был в сердечке. Чтобы это было круто. О, ты 12-го в МСК придешь? Инна М. Да, Руся, приезжай. Вот, да, зарули после фанки 22-го, класс. Погуляем, потусим в Москве. А сколько у меня татуировок? Кстати-ка, теперь 8. Но, смотрите, вот эта тату, которую я делала на пальце, она почему-то свелась, короче, не пробилась. Я так и не понимаю, типа, в чем проблема. Да, теперь я общаюсь с Кристиной. О, какие мои котики, вайтики мои. О, я просто не успеваю за всеми. Клянусь. Привет, Варвара. О, вы даже купили билет на 22-е. Короче, ребят, серьезно, я еще вам сейчас кое-что вкину, чтобы вы понимали. А, это самокат. Сейчас, секунду. Секунду. Федя! Федя, успокойся. Федя, иди.
Здравствуйте. Да ты крокодил, блин. Федя, иди сюда, хищник. Спасибо большое. Так, сори, я просто хочу приготовить что-нибудь и забирала кушать. А Федя решил напасть на всех. Я испугалась, я тоже, кстати, испугалась, что не понимали. Я уже забыла про то, что я себе макарошки с пельмешками заказала. Так я думаю, чё? Кто это? Что происходит? Спасибо. А на чем я закончила? А, все вспомнила. True stories о том, что будет на нашей фам-встрече. Чтобы вы понимали, 22-го у нас будут офигенные гости. Там придут какие-то четкие блогеры. Я, конечно, не со всеми знакома, но прям будет с кайфом. Придут целых два специальных гостя. О них я сказать не могу. Их вы увидите на фам-встрече. И там, если все пройдет как надо, вы видели только часть моего трека, а там я анонсирую весь. Я буду вам прям со сцены петь. Поэтому, ребят, это будет что-то нечто. У кого сегодня день рождения, вас тоже с днем рождения. А когда в Краснодар, тоже надеюсь. Ой, смотрите, какие обороты-то мы набираем с нашей фан-встречи. Давай-давай, ждем. Так, а я много пропустила, ребят? Скажите, пока Федя бушевал. Я просто пытаюсь вверх прочесть и не до конца вижу. Ага, увидела, помахала. Так, не все прочла, потому что не успела. У меня еще и зрение минус класс. А почему у тебя билет на 22-й отменили? Странно. Гос Мишелькой? Так Мишельки здесь нет, чтобы эфир замутить. А, все, звук пропал, да? Все очень плохо. Давайте сделаем так. Попробуйте Ангелину отметить. Если она зайдет, это будет очень прикольно. Мы прям вообще с ней сейчас взорвем. Спасибо всем за поздравления. Мне безумно приятно. Это очень классно. Соня и Снежана, привет. Катя, привет, зайка. О, сестренка Вероника, привет. Я тут зашла пообщаться с людьми. Свой день рождения. А, звук не пропал, мне просто кто-то написал, что что-то со звуком не то. Вероника, Катя, смотрите, какое мне колечко подарили. Змейкой. А еще с замочком. И вот такое вот. А ты по барам пьяным. Это я так угораю, ребят. Не знаю. Валерия С. Спасибо. Я тоже, вот спасибо всем, я тоже не ожидала, что у меня будет настолько большой прорыв. Ну, типа, это для меня вообще, типа, что-то новое, такое странное. Кстати, как думаете, оставить это, такую притчу, да? Или уложиться по-другому как-нибудь сегодня? Я бы думала вообще сегодня как-нибудь, знаете, типа, назад это сделать. Но я еще думаю. Кать, носки белые я сама себе купила. Спасибо, Вероника, спасибо, сестренка. Сестренка, как вообще твои дела? Гена! Какие люди! Оставить так? А, окей, оставлю так. Мне тоже, кстати, по приколу нравится. Козырек такой. Я увидела вот сердечко. Спасибо. Катя, ну хватит агитировать за белые носки. Чтоб вы понимали, true stories.
Катя увидела, как я в кадре на пацанках, когда все сидели с нормальными светлыми носками в лоферах. Кто додумался? Кто? Только я могла додуматься. Я надела черные. Классно. Мне и так нравилось вообще-то. Спасибо, ребят. Всем спасибо. Очень-очень-очень приятно. Я сейчас приготовлю кушать. Дождусь Таню. Выйду в прямой. Я помню, что я обещала выйти с кем-нибудь из вас в прямой эфир, чье поздравление будет самым четеньким. Я как раз все листаю, сейчас запоминаю. Я просто выйду в эфир, здесь произнесу, кто скажет я, что типа это было мое. Я вас такая па-бах, и мы вышли в эфир. Который Семен подарил мне браслет на той неделе в проекте. Он у меня в Карелии, я перерыла все, я его не нашла, он, скорее всего, там. О, сука, его инфаркт случился, наверное. Нет, я объяснила Лёше, что это новая мода, открытая мной. Да, черные носки топ. Спасибо, что поддерживаете меня. Вот так вот. Да, кушать это святое. Ну, Катя, хватит. Вот, да. Я, кстати, еще буду в Барнауле. Получается, завтра вечером я вылетаю. 13 ночью я у вас. Я немножко сплю, мы там делаем дела. И с 10 вечера фанера, просто жди. Мы с Варминской будем разрывать этот вечер. Всем сердечки. Всем. Моего мужа зовут Стаска Сказка. Вот так вот. Вот, спасибо, что поддерживаете меня с черными носками. Давайте вот бунт на корабле. Катя, мы за черные носки. Катя, блин. А да, в Воронеже тоже будет фан-встреча 11 февраля. Мой телеграм называется Н Бойко. Юлия Б. Спасибо. Спасибо за поздравление. Читаю. Мне очень приятно. Жесть как. Дратуйте. Дратуйте. Ну, я так давно, кстати, не слышала эту фразу. Дратуйте. О, сестренка залетела. Аленушка, привет, зай. Да, черные носки самые топовые. Так вот. А Лера, привет. Да, черные носки топ, черные носки топ. А, блин. Ну, я бросила Лешу Сухарева ради Стаски Сказки. У меня отличное настроение. Просто я очень хочу кушать, надо что-то приготовить сейчас по-любому. А я не знаю, будет ли эфир в ближайшее время с кем-то из пацанок, нужно что-то делать. А, хорошо, Катюш, я тебя тоже очень сильно люблю, иди собирайся. Ее поздравят меня с днем рождения. Да, да, черные носки. Спасибо, всем спасибо. Ладно, ребят, мне сейчас придет Таня. Мне еще нужно будет спрятаться в ванной, потому что она не хочет спалить подарок, она хочет сделать все красиво. Боря, ну ты вот прям пришел под конец. Привет. Вот, поэтому я пошла. Любовь, а. Поэтому я пошла. Мне нужно сейчас написать и спросить, через сколько она будет, чтобы я успела покушать сейчас приготовить и это спрятаться, пока она там подарочек там делает, все красиво. А потом такая, ку-ку! Очень-очень спасибо. Всем огромное спасибо. Я сохраню сейчас этот эфир.
И думаю, через сколько сейчас времени у нас? 3. Через часок. Да, где-то через часок я залечу еще на стримчик. Проведу такой небольшой, скажем так. Все. Всем пока, зайки. Я еще вернусь.